Приветствую вас, дорогие. Не ожидали. Я в сторис совсем недавно вас предупредила, потому что по-нашему это 10 утра. И я только проснулась на самом деле, успела только немного накраситься. Мы сегодня проведем эфир с очень интересным человеком, который ответит на очень важные вопросы. Это Ирина Робинсон, регрессолог. Сейчас я подключу Ирину, и мы начинаем. Но вначале хочется сказать также, что Ирина является не просто регрессологом, у нее есть определенные экстрасенсорные способности из прошлых воплощений. Также она является золотым игроком и моей ученицей, в том числе моей коллегой по, скажем так, музыке. Она тоже певица. Закончила она Гнесинку по классу фортепиано и джаз. Помимо этого, владеет очень красивым академическим вокалом. То есть, если сейчас продолжать, на самом деле Ирина очень интересный человек. Безумно интересный человек, опыт которого будет вам интересен. Так, сейчас я пришлю запрос Ирине и будем ждать, когда она подключится. Вы сможете задавать самые разные вопросы по проработке вашей кармы родовой, по воплощениям, по, скажем так, возврату своей энергии из прошлых воплощений, из различных, скажем так, подключек. Также Ирина является... Так, Ирина, я жду вашего запроса. Она является, помимо всего прочего, экзорцистом, что тоже очень интересно, поскольку очень много подселенцев у нас. Я думаю, вы это понимаете. Говорит какую-то околесицу. Такое очень часто бывает. И видно, что какие-то подселения. Поэтому Ирина также занимается изгнанием из людей сущности. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте, Валерия, дорогая. Очень рада вас видеть. Приветствую всех участников, уважаемую аудиторию. Рада. Вот раз рассказывала. Можете еще от себя рассказать, вот как вы обычно представляетесь? Возможно, я что-то забыла. Я просто говорю, что я целитель подсознания, экзорцист, регрессолог. Ну, вообще регрессия, вот люди говорят регрессология, не совсем правильно понимая, что регрессия — это всего лишь один из методов гипнотерапии. Вот. Конечно. Да, одно из направлений. То есть есть очень много разных техник, способов, которыми я владею, в том числе и регрессией. Я помогаю людям, в основном помогаю людям выйти из петли, из замкнутого круга, в котором они оказались, ну вот с помощью своей энергии, с помощью своей, ну не то, что я им раздаю свою энергию, нет, я просто помогаю человеку увидеть блоки свои, осознать их, проработать их, докопаться до причин, убрать первопричины, и когда убраны первопричины, тогда, соответственно, меняется у человека реальность его. Вот что я делаю. Супер. Вообще, с какими проблемами чаще всего к вам обращаются? Вот очень интересно, топ-3 причин, из-за которых люди к вам приходят, вот самое популярное. Топ-1 – это самореализация. Это всегда вообще в основном вот самореализация. Второе – предназначение очень часто, и прошлые жизни обращаются ко мне люди с такими запросами, но часто, вот к сожалению, обращаются очень неосознанные люди. Я часто получаю запросы в директ по прошлым жизням, потому что люди вообще идут неосознанно ко мне, они не понимают, чего они на самом деле хотят. А вот я регрессию еще не пробовала, ну-ка дай-ка я попробую. Вот с таким они идут намерением, да, и это сразу я либо отказываю таким людям, либо я начинаю задавать наводящие вопросы, а для чего вам нужно ваше прошлое воплощение, зачем? И очень часто получается так, к сожалению, что человек, ему настолько не нравится его реальность, ему не настолько не нравится его жизнь, он несчастен настолько, что он
хочет спрятаться куда-то, это как используют как средство ухода от реальности, убежать, ну, посмотреть, может быть, я там какой-то принцессой была или кем-то там таким была значительным, да, и как-то думают, что, возможно, это им как-то поможет разрулить. Здесь нет, дорогие, не поможет. Без труда у вас вообще никогда ничего не получится. Поймите, что ответственность за свою жизнь перекладывать на других людей, и на целителя, на Валерию, на кого бы то ни было, не получится, это не будет так работать. Если вы идете с таким намерением, у вас ничего не получится. У вас получится только если вы осознаете, что ответственность за вашу жизнь только на вас, и что вы готовы трудиться над собой, и что вы готовы не предавать себя. Вот с этого момента вы, допустим, приняли решение, я больше никогда не буду предавать себя. Вот с этого все начинается. И, конечно, я вам помогу. Конечно, все. Я даю 100% гарантию на результат. Да. Вам такой гарантии никто не даст. Да, но тут получается работать. А люди чаще всего, они же приходят на курсы, чтобы развлечься. Вот они платят за такой вот психоэмоциональный тренажер, где человек уговаривает их. Вот у меня такое часто бывает, тоже люди приходят на консультацию и сразу же забрасывают. Вот буквально поработают пару часов и забрасывают. И потом им пишешь, ну что там, вы сделали задание и так далее. То есть дальше еще, ау, там кто-то есть на второй части. Такое чувство, что люди просто пытаются откупиться от своего подсознания. Так и есть. Абсолютно так и есть, но, к сожалению, это не будет работать, потому что глубинные причины блоков и деструктивных программ у людей не устранены, и чем ты их там сверху не посыпай, как говорится, не подмазывай, а тем более очень большая часть людей, они просто ленивые, Валерия, вы наверняка это видите, да, очень просто ленивые люди, ничего не хотят делать со своей жизнью. Поэтому вам никакие курсы, конечно, не помогут. Вот, если вы так относитесь к себе и к своей жизни, то никакие курсы вам не помогут. Да, 100%. Да. Давайте не будем говорить о тех, кто, ну, вот такие люди безответственные, да. А о тех, кому эти курсы помогают. Да. Вот это, может быть, самый яркий пример из вашей последней практики. Вы знаете, во-первых, я хочу сказать, Валерия, что я сама яркий пример я сама. Почему? Возьмем то, что я уже более 20 лет занимаюсь саморазвитием, всякими практиками и поиском пути своего и так далее, предназначения. Но последнее, и я давно слежу за вашей деятельностью, но я поначалу просто смотрела за вами, наблюдала и ничего не делала. Но потом я начала, когда уже поняла, что вы даете, что вы, чему вы учите. И в итоге, в общем, мой путь меня привел к вам в клуб Rex Deus. Я являюсь золотым игроком с самого момента основания клуба Rex Deus. И на тот момент, когда я к вам пришла, у меня, ну, не скажу, что прям плохо складывались дела. Нет, у меня, в принципе, жизненная линия и стратегия, они достаточно выстроены. Я переехала из России в США, я живу уже 12 лет в Америке. В общем-то, я из тех людей, которые как раз-таки и ответственны за свою жизнь, да. Но мне не хватало инструментов, не хватало методов для того, чтобы раскрыть свой истинный потенциал, вот по-настоящему. И придя в клуб Rex Deus, я постепенно поняла вообще, для чего я здесь, для чего, что я могу дать людям, да, что я могу дать. И это было для меня невероятным зарядом, мощным импульсом вашей практики, техники, и та программа, которую вы предлагали. И, во-первых, я перестала есть мясо. Это вообще, ну, из области фантастики, потому что я родилась среди мясоедов, да, и вот, ну, это было нормой. То есть я даже помыслить не могла в своей жизни, что я когда-то перестану есть мясо. То есть если раньше я просто соблюдала посты, там 4 раза в год я постилась просто, да, чистилась. А тут я совсем просто перестала есть мясо и прекрасно, прекрасно живу с этим. Прекрасно, замечательно. Есть очень много заменителей и все такое. Но это один из бонусов. А главное, что я получила осознание, что я могу вести за собой людей.
я могу помогать людям, и это произошло благодаря вам, то есть выбор моей профессии, то, что я пошла в итоге учиться, я выучилась в Американской академии гипноза, я продолжаю наращивать, так скажем, свой потенциал и развивался в этом направлении, но импульс задали мне вы, и я вам очень за это благодарна. Как и многие люди, которые у вас учились, я думаю, что не только я, сейчас многие со мной согласятся, что вы буквально помогли раскрыть настоящий истинный потенциал. Вот. Спасибо большое. Да. И вот я это первый пример. Но у нас также есть еще девушки из клуба, которые уже приходили ко мне на программу, которым я уже дала результат. Да, девушки, допустим, была у нас Татьяна, но она и есть у нас, Татьяна замечательная, мама троих детей, она домохозяйка, она всю жизнь зависела от своего супруга, вот, и после моей программы она, но это как раз игрок, вот это человек, который ответственен за свою жизнь, да, который не старается переложить ответственность, вот, мы с ней поработали, и буквально через месяц-другой, я не помню точно, через сколько, но она открыла свой бутик, онлайн-магазин, она прекрасный, создает дизайны, одежда, она делает девушек красивыми, вот, она сама красавица необыкновенная, и она смогла вот этот свой талант воплотить и реализовать с помощью, ну, после моей программы, вот, она сейчас впервые в жизни стала бизнес-леди, вот, чем не результат, да, по-моему, это хороший результат. Далее, еще была у меня Света, вот, она мне не выходит из памяти, девушка замечательная, она тренер по воздушной гимнастике, вот, и акробатик на пилонах, вот эти вот танцы, вот она тренирует и сама выступает, но когда она пришла ко мне на программу, она просто не хотела жить. Вот у человека была апатия полнейшая, когда она просыпалась утром, она говорила себе одно и то же, зачем я снова здесь? То есть человек не видел смысла в жизни, она вообще не понимала, что она здесь делает. Вот в таком состоянии она ко мне пришла. И буквально после второй сессии, я не раскрываю никогда подробностей, да, это очень конфиденциально, но после второй уже программы у нее произошел такой прорыв. Ну и к концу программы, это был уже другой человек, она сама говорила, что у нее жизнь буквально разделилась на до и после. И теперь она... У нее все закрутилось, завертелось, у нее буквально фонтанирует все. У нее появились новые нужные какие-то связи. Она ездит куда-то на какие-то сборы. У нее дети участвуют в соревнованиях. И вот так, вот так, вот так все. И каждый день, ну, другая жизнь у человека. Понимаете? Вот результат. Это вследствие проработок вот этих глубинных чувств, которые ее блокировали от раскрытия ее потенциала. Вот, кстати, в этих двух историях, которые я слушала, заметила одну очень важную деталь. То, что у этих двух девушек по разным причинам несчастных были дети. А нам же что говорит общество? Если есть дети, все, махните рукой на все, воспитывайте детей. Вот люди создали людей, а сами по себе несчастны. И что они могут своим детям передать? Потому что программа самореализации — это первая программа. А уже заводит ли человек детей, семью и так далее, это уже просто фон. Это как само разумеющееся. Это не есть реализация. И очень хорошо, что люди, сделав эту программу, поняли это и не закрылись в себе. Как многие люди берут, конечно, не многие, но я часто слышу такие новости, что мать там застрелила себя и ребенка, там, или муж убил детей и жену. Потому что дети — это не панацея от того, что бесполезно. Самое главное — это найти себя. Понимаете? Знаете, Валерия, я с вами абсолютно согласна в этом вопросе, потому что люди, когда доживают до определенного возраста, очень многие люди, они дальше не знают, что делать со своей жизнью. И они думают, что если они родят сейчас кого-то и будут его вот прям воспитывать, вот так вот усиленно воспитывать, значит, что-то, какой-то смысл жизни у них появится, да? Ну, это просто, ну, с одной стороны, биологическая программа, понятно, что это программа, да, продолжение рода, ну, инстинкт, можно сказать, да, любое животное может размножиться. Черви дождевые делают это намного успешнее вас. Понимаете, кролики это делают намного успешнее. То есть то, что вы размножитесь, заслуги никакой нет. А дело в том, что
если вы решили на этот путь встать, что вы можете дать своему ребенку? Понимаете, если уж вы решили осознанно, надеюсь, да, а не по залету, как это происходит в 99% случаев, по залету рождаются дети, потом они не нужны, мать их ненавидит, она не может сознаться в том, что она ненавидит своего ребенка, да, но она его ненавидит, и она подсознательно делает все, чтобы он там, у него жизнь превратилась в ад. И вот в итоге сломанные, исковерканные судьбы детей. Да, это ужасно. Поэтому у человека, у которого есть, конечно, им очень важно развить себя, тем более, потому что они несут ответственность не только за себя, но и за других людей. Поэтому mm-hmm. таким людям тем более нужно не сидеть там, страдать просто и пить транквилизаторы от депрессии, да. А профессионалам Ирины и прорабатывать все, чем они недовольны. Вот я, кстати, хотела еще рассказать про свой опыт прохождения регрессии у Ирины именно прошлой жизни. Вот. Мне безумно это понравилось, потому что Ирина не навязывала, как это делают другие регрессологи. Они, например, мы с ними прошли куда-то, и они начинают объяснять то, что они понимают в той картине, которую мы видим, и навязывают что-то. Или и резко прекратить сеанс, сказать, вы знаете, мне сейчас высшие силы сказали, чтобы мы закончили сеанс, так что мы заканчиваем сеанс. И то есть они могут вас обломать на самом неожиданном и интересном месте. А Ирина, она полностью подстраивается под желание человека, и она слушает того, кто в регрессии, а не навязывает свое. И мы проработали очень много на самом деле. Мы столько проработали, что я сама сказала Ирине, давайте уже, наверное, закончим, потому что очень много информации, да. Нужно это все записать. То есть настолько глубинно мы проработали, мы прошлись по нескольким моментам воплощения, занялись экзорцизмом, прогнали нескольких существ. То есть мы проработали настолько много, сколько с другими регрессологами и за 5 сеансов невозможно проработать. Я осталась очень довольна. Благодарю вас, дорогая Валерия. Да, мои сеансы действительно очень насыщенные, поэтому более чем час 15, час 30 – это максимум. Люди просто не выдерживают, и не нужно. Но да, на моих сеансах очень идет насыщенный такой. При этом я никогда ничего не навязываю человеку. Я никогда не навязываю. Я его иду по его критериям. Мы смотрим, что его духу нужно, что нужно ему, человеку, а не я там какие-то свои навязываю. Нет, 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 это исключено. Это исключено. Да. Я просто была регрессологов, и мне это очень не понравилось. То, что у них есть какая-то схема, и они идут по этой схеме. Они не слышат, что клиент, они идут по этой схеме. И, ну, невозможно так вот даже расслабиться, когда там они зашорены какими-то нью-эйджерскими программами, что там какие-то ангелы, высшие существа что-то говорят. А я, например, в это не верю. Мне до лампочки, что они говорят. Я хочу по своей... Да, поэтому Ирина — это больше именно как хакер реальности, которая взламывает эти все программы, а не следует каким-то нью-эйджерским законам и боится чего-то. Такого с Ириной нет. Вот если вы у Ирины на сеансе находитесь, там просто никаких нету правил. Вот что вы хотите, то и будет. Да. Так? Да, а главное, что я помогаю человеку увидеть. Ну, вот у вас, Валерия, конечно, другой уровень, и с вами я работала по-другому. То есть такие существа, как вы, ко мне заходят редко, прямо скажем, да, потому что у вас совершенно другой уровень и другие задачи. Но в основном люди приходят с чем? В основном приходят со своими болями, с проблемами, у которых там, ну, прям вот, ну, что-то не ладится годами, десятилетиями, вот это. И я помогаю человеку увидеть первопричину этой проблемы, он видит первопричину, откуда, почему, и я ему помогаю понять, что будет, я ему говорю, что будет, если это оставить, и что будет, если это убрать, какая у него дальше будет жизнь, все, человек сразу все понимает, а дальше уже, конечно, зависит, я помогаю убрать этот блок, да, из подсознания, его больше нет, но дальше жить-то он должен сам. Понимаете, человек, я прожить жизнь за человека не могу. Это его жизнь.
Вот, я могу убрать блоки, а жить он должен сам, то есть закреплять какими-то действиями свою новую реальность, да, вот, и есть очень, ну, среди игроков в основном, да, попадаются, вот, в основном игроки, которые ко мне приходят, у них есть результаты, вот, а люди, которые ищут волшебную палочку, волшебную таблетку, или которые хотят свалить свою ответственность на меня, да, вот у них, конечно, вряд ли что-то сразу вы. Но ему надо еще повариться такому человеку, да, еще походить там, по это самое, пострадать, возможно, надо еще, да, потом он созреет в итоге, и все равно у него будет результат, Да, я да. вспомнила, мой партнер проходил вот у вас программу, и он делился своим мнением, но он раньше у регрессологов никогда не был. Вот, но он проходил ритуал айваски в Перу, и у него этот ритуал оставил яркие впечатления. Вот он, когда рассказывает какие-то опыты, я всегда это вспоминаю. Но вот с Ириной, он сказал, что просто был шокирован, что несмотря на то, что никаких не было психотропов, психоделиков, это просто был сеанс онлайн по скайпу, у него были такие картинки, такая яркость того, что он рассматривал в своих прошлых жизнях, что он был просто шокирован, что так быстро смог вообще поддаться в транс, войти туда, это все увидеть, потому что ему казалось раньше, что он, ну, ему не так легко войти, но при этом, и я, кстати, тоже так считала, у него вот очень ярко выражен тональ, то есть сталкерство, нежели сновидение, у него эта тема плохо проработана. И вот Ирина настолько мастер своего дела, я в своем отзыве говорила, что это не первая жизнь, когда Ирина этим занимается, поэтому у нее огромный опыт наработок из параллельных и прошлых жизней. И она вот так вела человека, который в принципе плохо водится в транс, гипноз, и открыла вот такой яркий мир, как под айваской. И я считаю, что это для тех людей, которые пробовали айваску, возможно, будет интересно, потому что такие же яркие видения. Я вот подтверждаю, в своих собственных выходах в регрессию у меня не было такой яркости, что я могла рассматривать прямо мебель, полностью все, что есть вокруг, и даже я смогла смотреть с окна и видеть то, что вдали. То есть настолько были яркие картинки. Вот мне кажется, что это тоже очень важно. Это очень важно, и действительно, да, я помню эту регрессию. Пусть не ваш партнер, как вы говорите, не во всех аспектах проработанный, но он проработанный. Это человек, который уже владеет чем-то, да, он уже занимается, да, он понимает вообще, куда мы идем, зачем, да, он осознанно пришел, да, поэтому есть и картинки, и яркие образы, то есть есть, возник, еще есть момент доверия, вот это тоже очень важно, момент доверия очень важен, потому что если вы специалисту не доверяете изначально, то, ну, можно даже не проводить сеанс. Да, он не пройдет так, как вы, может быть, себе там нарисовали, да. И хочу также сказать, что картинки видят далеко не все. Очень много людей закрытых, заблокированных, и я бы даже сказала, 80% людей вообще не видят ничего. Но это и нормально, это не трагедия. То есть чем больше человек это делает, то есть он научается, он как, это как тренировка, как и любое. Вот мышцу можно натренировать, да, со временем. Точно так же и это тренируется, и постепенно у людей возникают образы. Потом у всех разные каналы восприятия. Кто-то, у кого-то зрительный канал хорошо работает, у кого-то аудиальный, а у кого-то это просто как мысль может проскочить в голове. Это тоже нормально. То есть не обязательно прям что-то ярко очень видеть. Если видится, у меня тоже, вот когда я делаю себе сеансы, да, мне делают, вернее, у меня тоже яркие образы возникают. Вот, но далеко не все люди способны на это. И это нормально, то есть это не значит, что у вас что-то не получилось. Работа все равно идет, она просто она на других уровнях, немножко по-другому. Ничего себе, я не знала, что кто-то не видит, наверное, им тяжело. Да. Да, наверное, вы Да. видите, им Да. говорят, что там происходит, да, как-то им помогаете. Знаете, вот есть простое упражнение, это тест такой, который я даю. Вот человек приходит вообще зашоренный, да, я ничего не вижу. Вот, ну, не вижу, вот ты делай, что хочешь с ним, да, вот не вижу все, я говорю, хорошо, не видите, не надо ничего видеть. Вы можете просто представить, вот я говорю, представьте, представить умозрительно. Вот вы можете сейчас представить апельсин.
Вот каждый человек же может представить, как выглядит апельсин, правильно? Вы сейчас можете увидеть его кожуру. Вот она пористая, оранжевая, как можно, да, представить апельсин, кожура. И вот вы сейчас ногтем продавите эту кожуру, брызнет сок. Вы же можете представить этот запах этого сока? Вот все. Больше ничего не надо. Если у вас нет ярких образов сразу, ну не гонитесь за этим. Это не главное, понимаете? Главное не в этом. Это трюк для мозга, для вашего. Он просто немножко работает по-другому. Мозг немножко по-другому работает в регрессии, в трансе. Вот. И для тех, кто не поддается гипнозу, ну то есть гипноз, я вам хочу сказать, дорогие, если вы думаете, что вы не поддаетесь гипнозу, да, вы в состоянии гипноза в день проводите в среднем от 2 до 4 часов каждый день. Понимаете? Гипноз — это не значит, что вы в отключке валяетесь и ничего не соображаете. Наоборот, в состоянии гипноза ваше сознание работает острее, вы все осознаете яснее, острее. Ваш мозг немножко по-другому работает, и вы способны воспринимать вещи, которые вы в обычном состоянии сознания не воспримете. Вот. Но в состоянии гипноза вы проводите каждый день несколько часов. Это вот то самое легкое состояние, когда вы могли вот посуду моете, допустим, засмотрелись в одну точку, о чем-то там задумались, все, вот это оно и есть. Больше ничего не надо. Этого уже достаточно для работы с подсознанием. Просто надо знать, как это делать, куда вести, какие вопросы и когда задавать. А вот это уже мастерство. Это уже специалист может сделать, да. Я, кстати, помню, я когда пришла однажды на регрессию очно, там к одному специалисту, он меня не мог ввести в гипноз. И потом говорит: открой глаза и скажи мне, ты зачем сюда пришла? Проработать свою прошлую жизнь или упираться и доказывать мне и себе, что ты не поддаешься гипнозу? Я говорю: хочу, конечно. Он говорит: ну тогда раскрой себя, дай мне доступ, и мы начнем. Я вот села, как бы постаралась расслабиться, и у меня моментально пошли картинки. То есть бывает такое, что человек еще просто сидит и пыжится изо всех сил. Не надо. Но это идет на уровне подсознания, видимо. То есть я это делала не специально, я не отдавала себе отчет, что я упираюсь. Пока он мне четко не сказал, хватит уже сидеть пыжиться, расслабься. Сразу все пошло. Да. Но у вас, я говорю, я подчеркиваю еще раз, Валерия, вы уникальный, конечно, случай. Вот. С вами работать очень легко, но мне, во всяком случае, было очень легко, приятно. Мы там поначалу, я помню, это как тестирование было, первая часть такая, как тест. Вы ко мне приспосабливались, я к вам приспосабливалась, а потом вот пошло, и просто в этом потоке у вас просто удивительно, замечательно прошла работа, и меня очень еще впечатлило, насколько же мгновенно вы производите возврат энергии. У меня есть люди, которые лежат там по 15 минут, они возвращают свою энергию, понимаете? А у вас, бум, вот так, все, готово. У меня такого не было никогда, чтобы человек вот так мгновенно взял и себе энергию вернул. Вот, это тоже очень-очень впечатляюще, конечно. Благодарю. Да. Да, я, кстати, помню, что когда вы проводили сеанс, получается, моему спутнику, то я от вашего голоса стала тоже как бы успокаиваться и легла, просто прилегла себе на кушетку, он там проводит сеанс, я думаю, попробую тоже как бы это сделать. И даже несмотря на то, что вы работали с ним, я смогла подсоединиться к вашему потоку и нашла у себя в ауре какого-то огромного чувака, который похож на Николая Рериха. То есть я уже потом находила фотки, искала таких мужчин, и увидела, что у него тоже такая была фотка. Но он больше на священнослужителя был похож, такой огромный. Я так перепугалась, если честно, до усра. Я его физическим зрением увидела под потолком, он был очень большой. И такая думаю, ну ничего себе, какие у него способности. А это только еще и не мой сеанс, поэтому на своем сеансе я уже вообще по полной программе все раскрыла, увидела всех подселенцев, проработала много аспектов, но я уже хочу снова идти к Ирине. Да, конечно, да, Валерия. Сейчас была у Ирины моя мама, она тоже очень высоко отзывалась о проработках Ирины, там была одна у нее давняя травма с лучшей подругой, где она постоянно проявляла инициативу. Если что-то не так, она все время первая мирилась. То есть, грубо говоря,
считала, что все зависит от нее, и не давала даже людям проявить, ну, как сказать, свою истинную реакцию. Возможно, моя мама была и не нужна этой подруге. И mm-hmm. вот с этого момента, скажем так, она вступила в состояние некой жертвы. Ну, в общем, такая была долгая проработка, и она нашла этот корень и начала с ним прорабатывать. А сейчас к Ирине хочет пойти очень наш близкий соратник Николай. Вот, поэтому у Ирины на самом деле большая очередь, и после этого уже хочу я пойти, как бы. А у Ирины еще куча своих клиентов. То есть на самом деле эти проработки нельзя сказать, что вот вы прошли, и сразу все поменяется. Нужно немного пожить с этой мыслью, да, помедитировать неделю на это все, и уже после сеанса, еще в процессе недели или двух, идут дальше проработки, воспоминания. Это как бы такой энергетический процесс, типа хирургического вмешательства на тонком плане. Ирина вам там расчищает все, улучшает вашу геометрию духа, и потом еще в течение какого-то времени вы видите результат. То есть это такая потрясающая ювелирная работа. Благодарю вас, дорогая Валерия. Я еще хочу подчеркнуть, почему я не предлагаю отдельные проработки. Вот люди часто в директ пишут, сколько стоит сеанс регресса. А не сколько, потому что я не провожу отдельные сеансы, поскольку я даю гарантию на свою работу, то есть человек приходит с запросом, я гарантированно даю ему результат, поэтому у меня программа. За одну проработку это может не получиться. То есть может получиться, а может и нет. Поэтому у меня есть программа, четко выстроенная. Я работаю с определенными слоями, скажем так, психики, да, подсознания. Я работаю, вот, кстати говоря, модель сознания. Вот у меня тут есть картинка, я вам сейчас чуть подробнее расскажу, что я делаю, да. Мы сначала расчищаем верхний мусор, то есть это идет слоями, понимаете, и сразу добраться до корня проблемы иногда просто не получается, потому что человек не пускает, это еще какой человек пришел, да, если он боится чего-то, или он зашоренный, там не может просто расслабиться, и тогда это нужно время на то, чтобы он и ко мне привык, доверие выработалось и все такое, да. Вот. Но когда потом мы проникаем в корень, в суть проблемы, когда я убираю блок из подсознания, у человека открывается коридор возможностей. Вы очень правильно все подметили. Коридор возможностей примерно на неделю. За эту неделю человек должен успеть сделать какое-то измеримое действие. Оно не должно быть сложным, но просто подкрепить тот результат, который мы достигли в проработке, да. Если он этого не сделает вот за этот срок, ну, все вернется на прежние рельсы, как говорится, ну, потерянная сессия, можно сказать, да. Потому что это всегда работа 50 на 50. То есть я свои 50% дам вам на все 100, берите сколько унесете, что называется, да, берите сколько вот сможете взять, но вы потом должны, вы пришли, убрали блок вам, вы должны закрепить этот результат в своей жизни каким-то измеримым действием. Почему измеримым? Потому что наш вот этот мир, в котором мы сейчас все живем, в нем все можно померить, измерить, посчитать, это такой мир, он так работает, здесь по цифрам, по сантиметрам, по килограммам, здесь все измеряется, поэтому прежде чем куда-то в какие-то там заоблачные дали пускаться, да, непонятно с какими абстрактными результатами, вы вот измеримые действия совершите, чтобы у вас реально поменялась вот эта вот ситуация, да, вот, я вам помогу. Я помогу, но действовать потом, жить вы должны сами, еще раз повторяю. Поэтому отдельные проработки, я не предлагаю отдельных проработок, у меня только программа. Вот. Правильно. А да. Вот тут, кстати, вам вопрос, Ирина. Да. Спрашивает девушка, что будет с человеком, который придет к вам, но если он не верит в эзотерику, астрал и так далее. То есть если человек этот, грубо говоря, да, обыватель. Не надо верить в эзотерику. А где я говорила, что вам надо верить в эзотерику? Ну да. Зачем? А для чего? Ко мне приходят люди абсолютно из разных бэкграундов, технарей по мозгам, бизнесмены приходят ко мне. Причем здесь эзотерика? Да. Если, понимаете как, я иду с человеком по его критериям. То есть если человек верит в ангелов, демонов, я буду использовать этот язык для него, чтобы ему помочь. Мне не важно, какими инструментами пользоваться, у меня цель – помочь человеку решить его проблему. И я буду это делать, исходя из его критериев.
Если вы материалист, хорошо, ни бога, ни черта, ничего нет. Я буду классическую гипнотерапию, но как насчет этого? Применять на вас классические методы гипнотерапии, которыми я владею, их много. Понимаете, я сертифицированный и дипломированный гипнотерапевт Американской академии гипноза. Гипноз действует на всех. Повторяюсь, если кто-то считает, что он не гипнабельный, вы очень ошибаетесь, потому что гипнозу не поддаются только люди с клиническими диагнозами психическими. Понимаете? Вот эти люди неадекватные, которые, ну, у них просто или механическое повреждение мозга, или у них медицинский диагноз. Вот такие люди не поддаются гипнозу. Все остальные поддаются. Да, я же как раз в начале эфира сказала, что мне как раз и нравится, что Ирина полностью приспосабливается под человека, а? С которым работает и не навязывает какие-то убеждения свои там перед в одни, кто-то других. Там мне все равно, я пришла к профессионалу, что я должна выслушивать его, что там они какие-то высшие существа. Вот Ирина этого ничего не навязывает, она работает как истинный профессионал и как бы не лезет, грубо говоря, в чужой монастырь со своим уставом. Абсолютно. Так, да, Валерия, благодарю вас. И вы делаете то же самое, вы очень гибкая. Вот я с вами тоже очень много за вами слежу, я смотрю, как вы общаетесь с людьми. Вы ведь тоже не навязываете ничего своего. Вот кто-то там, ну, к сожалению, в последнее там время развернулась какая-то травля необоснованная вас, да, и люди пишут, они вообще не соображают. Ну, кто-то, те безликие, безымянные, я вообще не считаю, я считаю, что их нет. Вот, если у тебя нет лица и нет имени, и ты что-то там вякаешь в интернете, да, про человека, который достиг столького, да, тебя вообще нет. Это люди безликие, ну, вас нет в реальности, то есть вы не существуете, поэтому ваше мнение никого вообще не интересует, да. А вот люди, которые, не разобравшись и не поняв вообще, что вы, кто вы, да, и что вы предлагаете людям, и они считают, что вы кому-то что-то навязываете, это очень большое заблуждение. Очень большое. Я смотрю на вас, вы пример гибкости, просто пример гибкости общения с людьми. Вы тоже как бы с человеком, исходя из его ситуации, из его уровня, из его потребностей, вот вы даете ему какие-то советы, да, вы же не говорите, а ну-ка давай делай, я там с тобой буду стоять над тобой в астрале с плеткой. Если не сделаешь, я тебя там это превращу в жабу, да? Вы же такого не делаете. Человек, вы же все взрослые люди, ответственные. Каждый сам волен выбирать. Вам дают рекомендацию, вы можете следовать или не следовать. Это ваш выбор. И не надо стараться сбросить свою ответственность, опять же, понимаете, на Валерию. Конечно, да. Это ваша жизнь, вы же живете, вы взрослые люди, все совершеннолетние, но даже если несовершеннолетние приходят, я знаю, что за вами следят очень много девушек-подростков, да, которые хотят быть похожими на вас, очень достойный пример. Спасибо большое. Очень достойный пример. А кому еще подражать? Кому? Вот эти вот с надутыми губами, вот эти вот, на кого равняться? Вот именно, поэтому на самом деле имеющий глаза, как говорится, да увидит, имеющий уши, да услышит. Мы сейчас, кстати, открываем новый клуб «Эталонный аватар», где будем ухаживать не только за своим, скажем так, энергетическим телом, но и за физическим. Mm-hmm. Так что у нас программа расширяется. Теперь мы будем улучшать здоровье, улучшать тело и так далее. И вот смотрите, Ирина, еще вопрос тут такой интересный. А как вы относитесь к астрологии и к картам Таро? Честно сказать или как надо? Сказать честно. Я когда-то сама увлекалась и тем, и другим, и я поняла, что мне эти инструменты просто не подходят. Из уважения к астрологам и тарологам я ничего негативного говорить не буду. Просто это не мое. Я знаю, что в Таро там есть определенные сущности, духи, энергии. Я знаю это, и я с ними общалась. Вернее, не я. Они очень охотно вышли на контакт со мной. Очень охотно. Прям очень хочется им общаться, да. И я поняла, что что-то здесь не то. Не мое. Я пользуюсь другими методами, скажем так. Астрология, она...
тоже очень не точно и не наука, скажем так. Хотя я знаю довольно приличных астрологов нескольких, да, мне составляли натальные карты разные. И, ну, вот я вам скажу так, проведите тест. Вот астрологи, тарологи, нумерологи. Все, кто считает, что они что-то знают о будущем, да, вот вы что-то знаете, думаете, что вы можете заглянуть в будущее, проведите тест, продайте свое жилье и все ценное, что у вас есть, продайте. Пойдите на фондовый рынок или куда-нибудь там в лотерею, да, поставьте вот это все и докажите своим собственным примером, что это работает. Все, у меня вопросов не будет. Просто покажите, что ваши методы работают. Все, и я уверую первое. Я буду первая в числе. Вот, да. Вот. Возьмите свои деньги, вложите туда, и на следующий день вы заработаете миллионы и купите 3 квартиры вместо одной. Вот когда у вас это получится, тогда я скажу, да, это вообще супер методы. Второе и астрология, это вообще супер работающий метод. Да. А до тех пор я... Нет, извините. Понимаю вас. В это не верю, там хиромантия, дизайн человека, это все для людей, которые хотят переложить свою ответственность на таролога, на нумеролога, на какие-то таблицы, но они не хотят работать сами. Ну, это тоже уровень, но мы с таким уровнем ни я, ни Ирина не работаем. Нет. Мы работаем с серьезными людьми, которые хотят взять свою жизнь в свои руки и перестанут доверять каким-то схемам. Это же смешно жить по какой-то табличке, по какой-то схеме, какие-то духи. Решать. Да, да. Но вы знаете, Валерия, к сожалению, так человечески вообще мозг, разум устроен, что человеку надо пострадать сначала. Вот люди прям любят страдать. Они прям ходят годами, кругами, вот так вот ходят, они страдают, да, отдают свои деньги шарлатанам, да. И пока они вот все шишки не набьют, вот после этого только они уже начинаются, что-то там у них забрежет, да, и они начинают уже реально какие-то искать выходы, да, вот приходят, например, ко мне тогда, да. Или к вам. Вот. Человек, который реально своей жизнью показывает пример, вот, свои результаты, своей жизнью. Пожалуйста, вот чем Валерия вам не реклама своего метода, да? Вот человек своей жизнью показал и доказал уже все давным-давно. Да, не надо... Но то же самое можно сказать и о вас, что вы были одной профессии, жили в одной стране, сейчас вы, да, получили истинное призвание, занимаетесь делом жизни, живете в лучшей стране мира, в США. Да. Вы в очень на хорошем счету в американской школе гипноза. А? И, говоря, вы живете, развиваетесь, помогаете другим, а не в каком-то, извините, Махасранске сидите и там на фоне пошарпанных, извиняюсь, обоев, рассказывайте про то, как заработать деньги или воссоединиться с духом. Меня смешат такие специалисты, не в обиду им, но что, если этот специалист ничего не сделал в своей жизни, ничего не добился, и он пытается помочь другим. Это смешно. Поэтому, видя такие результаты, как у Ирины, сразу понимаешь, что этот человек знает, о чем он говорит. Очень правильно, и большое вам спасибо, Валерия, да, абсолютно так и есть. Если ты своей жизнью не можешь подтвердить результаты своей деятельности, кому ты можешь помочь? Помоги себе сам, как даже в Библии, по-моему, это было изречение древнее, врачу исцелися сам. Врачу — это звательный падеж, ну, то есть врач, звательный падеж древний, он тогда был, сейчас его уже нет. Вот, врач, исцелись-ка ты сам для начала, да, а потом помогай другим. Вот, да, люди, которые сидят на продавленных диванах, и которые эти воины-теоретики, так скажем, да, и которые ничего не сделали со своей жизнью, они смеют вообще думать, что у них есть право открывать рот и что-то там комментировать. Меня это тоже всегда удивляет. Да. Не разобравшиеся со своими проблемами идут в интернет. Ну а где им еще, собственно говоря, да, им, наверное, больше негде приложить свои вот эти все воинские, так сказать, навыки, только в словесных баталиях, к сожалению, да, в реальной жизни, ну, ничем подтвердить не могут. А человек, который достиг вот реальных результатов, да, он никогда не будет вас критиковать. Вот этот человек, он будет делать и говорить так, чтобы вы стали еще лучше. Человек, достигший результатов, будет, слушайте внимательно, он будет вас вверх всегда тянуть, он не будет тянуть вас вниз. Вниз тянут только неудачники.
просто. Потому что им невыносимо видеть ваш успех. Сидеть, телевизор смотреть, в носу ковыряться, это же проще, правильно, да? Футбол смотреть, там, эти попкорном зажевывая. Вот и вся жизнь. Скучно. Поэтому люди такие, как вы, вызывают буквально у кого-то приступы агрессии, а у кого-то очень большие ломки, сожаления по поводу бездарно проведенных лет, просто потерянной жизни. Поэтому они просто не могут этого вынести. Вот, и начинают писать всякие гадости. Это от того, что им очень больно. Я понимаю, что это больно, но приходите, я вас исцелю. Я могу помочь и вывести даже таких людей. Даже у вас есть шанс на исцеление. Конечно. Но самое главное – это перенаправить свой фокус внимания с чужих успехов на себя, увидеть недостатки, убрать их и начать работать. Вы очень быстро достигнете цели. Вот я смотрю на своих хейтеров, они столько усилий прикладывают для того, чтобы меня потопить. Если бы они эти усилия приложили для того, чтобы улучшить свою жизнь, они бы результатом. Просто непонимание уходит. Абсолютно так, да. Это же надо, как насколько вы, Валерия, насколько вы действуете, да, вот на умы людей, что даже вот даже движение хейтера, да, даже они вот годами просто, они целью своей жизни сделали хейт к вам. Представляете, как вы, насколько вы цепляете, да, цель жизни у человека хейтить Валерию Лукьянову. Представляете, а? Вот. Снимает самооценку. Я думаю, у меня и так все нормально самооценка. Да, ты видишь такие движения, там 5 лет какие-то там особые всплески, когда меня хотят даже в тюрьму посадить за мои кошки. Это просто вот так вот. А так что далеко ходить? Я узнала, что как раз Ирина пришла ко мне благодаря сайту моих хейтеров. Какого человека ко мне принесло с их спасибо вам. Вот смотрите, с каким классным человеком мы познакомились и теперь сотрудничаем благодаря вам. Да, спасибо вам, дорогие хейтеры, да. Я теперь с Валерией Лукьяновой. Я ведь сначала вам, вот вы только-только, вы еще на Лиру были, я тогда начала за вами следить. Я помню прекрасно это, и в каком ключе подавалось. Я тогда сидела на форуме Ксензюка, был такой Алексей Ксензюк, он развил идеи Кастанеды, у него книги есть, форум у него был, «Наговализм». И вот там вот вас там жутко хейтили, но не хейтили, а там они очень так с сарказмом, с издевками о вас писали. Вот там типа женщина Нагваль, там песни какие-то, стихи что-то там пишет, и ссылку дали на ваш сайт. И спасибо им большое. Я пошла на ваш сайт, и поскольку я сама музыкант, я же смогла оценить ваш талант. Я услышала ваше пение, и я поняла, что кто-то из них не прав. Либо она, у нее что-то не так, либо с ними что-то не так. Вот. Я начала за вами следить более подробно, пристально. И я прочувствовала вашу душу. Вот, я прочувствовала вообще вот это вот ваш посыл, да, ну, это бывает один раз на миллион, вот такой дух, да, один на миллион бывает, а все вокруг, они, ну, понятно, что, ну, не дотягивают, ну, человек не дотягивает, он злится от этого, он не может пережить этого, и у него начинаются вот эти язвительные вот это вот все внутри, буря вот эта борьба, ну, дорогие мои, всегда можно стать лучше. Даже если вам не суждено стать Валерией Лукьяновой, да, или такой, как она, приблизиться, вы можете свою собственную жизнь превратить в шедевр. Вы сами можете себя, вот как барон Мюнхгаузен, ну, с помощью, конечно, осознанных других людей, которые уже выше вас по уровню, но вы можете это сделать, вы можете выйти на совершенно другой уровень, и вам не потребуется никого хейтить тогда. Если у вас все хорошо в жизни, у вас все работает в жизни, да, все ее аспекты простроены, вы гармоничная личность, вам просто не надо хейтить, вам просто некогда будет это делать. Конечно. Да. Да, подумайте о своей жизни. А вот тут еще вопросик, Ирина. Да. Спрашивают, как у вас соединиться с духом, если произошел разрыв? Вот вы на своих курсах
решаете такие проблемы? Да. Да, Валерия, именно этим я занимаюсь. Да, это сложный вопрос. Ну, как сказать, сложный. Смотря в каком состоянии, конечно, все очень индивидуально. Человек должен прийти ко мне на консультацию, чтобы мы разобрали его конкретную ситуацию, да. Но я именно этим и занимаюсь. Вот целитель, слово целитель, да, от слова целый, целостный. То есть вот эти разрозненные части духа, которые вас покинули в момент тех или иных психотравм, то есть в момент психотравмы часть духа человека покидает его, она не может на место уже войти. На это место, где образовалось вот это расслоение, входит сущность какая-то. И уже ваш дух заменен этой сущностью, это уже не вы. То есть вы думаете, что это вы, а на самом деле они используют ваше тело, чтобы думать вами, чтобы говорить вами, это не вы, а ваш дух, он где-то там на задворках, да, вот, это, к сожалению, сейчас практически у 100% людей, ну, 99 плюс 9, вот так вот, у людей это наблюдается, и моя задача как целителя вернуть вот это, собрать эти частички, выгнать сущности, сделать человека целостным, целостность. Вот, но у каждого своя индивидуальная ситуация, и поэтому это надо смотреть в отдельном, в каждом случае отдельно. Да, но я уверена, с вашим профессионализмом вы быстренько сможете распознать, где этот, скажем так, дух или же бес даже, который заменяет, и сможете разорвать с ним связь, очень быстро его заблокировать. Потому что зачастую очень часто встречаются, особенно в интернете, такие комментарии, где прям чувствуется вот злость, как будто общение человека какая-то нежить. Да. Да. В реальности часто скрываются, а в интернете прям вот эта личина лезет. Да. Да. Это сущности, конкретный человек порабощен демоническими сущностями. Они ведь, знаете как, они, это двоякое тоже. С одной стороны, их можно видеть как зло, а с другой стороны, это ну, не благословение, но можно сказать как учитель. Они вас чему-то учат, они вас будут мучить, ведь человек сам страдает. Вот он злится, он вот это делает, он же не, ну, по духу по своему он не хочет этого делать, он страдает от этого. Но эта сущность, она будет вас мучить до тех пор, пока вы не поймете, что вы должны, какой урок вы должны извлечь, да? До тех пор, пока вы не выучите этот урок, эта сущность будет вас учить времени, вагон, там бесконечность, она будет из жизни в жизнь за вами переходить и учить вас, пока вы не усвоите этот урок. А некоторые сущности, они уже готовы уйти. Вот бывает так, только начнешь сеанс, он уже вылезло, вот оно уже здесь, все, вылезает, все, уже готов уйти. Мы даже тогда не разбираемся, просто его отправляемся, иди, давай, иди. А некоторые, с ними надо побеседовать, вот сущность отделилась, проявилась, да, надо поговорить, какая у него цель, что он хочет сделать с жизнью человека, чему он его учит, да, сколько процентов энергии он забирает, вот это все выясняется, и потом дальше уже либо мы с человеком решаем, нужна ему эта сущность, и пока она ему нужна, ну, нет смысла отпускать, для чего-то он, если учит чему-то, ну, ему еще надо этот урок пройти. Оставляем там, может, как-то трансформируем или что-то. Вот. А бывает так, что просто забираем энергию и устраняем сущность, и его дух возвращается к нему. Вот, как-то так. Это заметила, что некоторые люди, они благодаря сущностям могут чего-то достичь, но всегда есть своя плата. Mm-hmm. Некоторые прям боятся избавиться от сущности, так как думают, что потеряют свой характер. Вот настолько иногда доходит, что когда сущность выходит, меняется характер. Вот у меня, да, кстати, такой момент, да, подселение сущности, потом она вышла, и я вообще при воспоминаниях того, что было со мной раньше, я была в шоке. Неприятен, противен. То есть вот настолько это бывает сильно, по себе знаю. Да, да, абсолютно так и есть, да. Я помню этот ваш период тоже. Я тогда, кстати, и не следила за вами особо. Вот видите, как-то получилось, что я тоже выпала из... вот вы у меня из поля зрения немножко выпали на сколько-то лет, да, как раз вы были вот в этой нью-эйджевской всей истории, и потом уже, когда вот, да, года 4 назад, я стала снова за вами следить уже систематически, но вы уже были другим человеком, вы уже были другой, и меня именно это привлекло к вам, понимаете? Именно та ваша трансформация, которая в вас произошла, после выхода из New Age вы провели над собой работу такую, что она меня к вам примагнитила, потому что я
на просторах интернета больше не вижу, вот в женском облике, да, ипостась женская, я не вижу учителя достойного для себя, я не обнаружила никого, кроме Валерии. У меня вот два только учителя таких вот самых мощных, которые повлияли действительно, ну, поменяли мою жизнь. Это вы и Павел Дмитриев, ученицей которого я являюсь. Вот два человека. Павел – это мужчина, который меня учит. Валерия – это женщина, прекрасная девушка, даже так скажем, не женщина, девушка, которая дала мне так много. Спасибо большое. Да, вот насчет нового как раз следующий вопрос. Да. Парень пишет, Павел, что так удивился, что в его день рождения я закрыла клуб. Это небольшое, на самом деле, это небольшое такое, как сказать, небольшая хитрость, что я закрыла клуб, но я сразу же открыла новый, как раз таки потому, что я поняла, что нужно двигаться дальше. И вот эта программа, она была, конечно, классная для развития в плане эзотерических знаний, но там не было ничего для физического тела, ну, кроме там психологии, уверенности в себе. А сейчас мы будем прорабатывать кожу, тело, волосы, вообще полностью менять свой физический облик. Так что сейчас это будет даже лучше. Так что приходите, запуск уже начался. А насчет Павла Дмитриева, кстати, я смотрела по вашему совету, вот Павел Дмитриев, скажем так, ваш педагог, я смотрела его ролики и нашла очень много общего в нашем мировоззрении. Да. Так что, думаю, не зря вы выбрали себе именно таких учителей, потому что что я, что Павел, мы вообще, ну, вот у нас нет такой зашоренности, как у других эзотериков. Мы наоборот, все разбиваем в прах, вот эти все доводы, вот эти все дурацкие законы, то, что мир зеркало, с милым рай в шалаше и прочее. Мы хотим развивать и тело, и дух, и финансы. Почему мы должны от отказываться? Мы Да, у людей, к сожалению, вот постсоветского пространства в головах очень больные, больные программы заложены по поводу денег, что деньги это не главное, это вообще бомжатская программа, бежать надо от этого, как это не главное? В этом мире, где все можно померить и посчитать, что еще главное? Что? Ну, то есть не то, что это главное, то есть не деньги ради денег, потому что люди и так за деньги убиваются, то есть они свою жизнь за деньги продают на работах, на нелюбимых, да, а по факту у них все равно в итоге денег нет. То есть деньги – это инструмент для ускорения ваших вот целей, да, хотелок каких-то, желаний. Деньги – это как мостик. Вот. И без этого, к сожалению, в нашем мире не обойтись, поэтому они, конечно, нужны. И в головах сидит, человек вроде хочет денег, а у него в голове сидит, а дядя, тетя, мама, папа, там, у них, это, от них это пришло, что деньги зло, богатые все сволочи, что там еще вы знаете, негативное про деньги, да? Куча всяких программ, конечно, они вам не будут давать зарабатывать, конечно. Пока вы этот мусор весь не уберете оттуда. Вот, поэтому, конечно, это очень важно. Материальный мир, в котором мы живем, он подразумевает наличие денег как полностью согласна. Мостика. Я еще, знаете, что я еще заметила? То, что люди, которые говорят, что деньги не важны, внешность не важна, как правило, больше всего за этим гонятся. Больше всего они самые алчные. А те люди, которые говорят, да, внешность важна, извините, нас встречают по одежке, да, деньги важны, без денег ты не ступишь ни шага, ты не переедешь в другую страну, ты не нужен будешь. Да. Они, как бы, знаете, в розовых очках живут, и, я не знаю, надо же взрослеть уже хотя бы изредка в каких-то жизнях и признавать, что да, деньги и внешность, и здоровье – это твое проявление в матрице, это то, чего ты достиг. Если у тебя все сферы по нулям, да что ты делаешь, черт возьми? Да. Чем ты занимаешься в жизни? А чем занимается? Гадит в комментариях. Вот чем занимается. Да. Вот. Это все, на что они способны, но это от отчаяния происходит. Потому что люди настолько не верят в себя, они настолько потеряли связь со своим духом, что они, ну, все, что они могут сделать, это плюнуть в кого-нибудь известного. Все. Это максимум, что они могут сделать. Развлечение такое. Больше они ничего не могут со своей жизнью, к сожалению, сделать. Но я говорю, даже у таких есть шанс исправить все. Надо действительно засучить рукава и пахать, да,
Это не значит, что вам на голову свалится все с неба, как вот эзотерики, шизотерики вас заблуждают. Еще очень много, знаете, обмана было после Советского Союза, когда он развалился, пришла вот эта вся вот шизотерика, вся волна вот этих тех, да, практик, знаний, которые раньше были закрыты, а потом все это хлынуло, и это очень легло на вот этот постсоветский умы людям, потому что там, вот, например, «Дума и богатей», вот эта книга, да, сидеть, ничего не делать, и будешь богатеть. Вот это вот почему-то у людей очень хорошо прижилось, что можно просто намедитировать, чакру в космос запустить, и прям тебе миллион долларов на голову свалится. Ну, дорогие мои, проснитесь, надо что-то делать. Делать что-то надо, чтобы что-то было. Понимаете? Да, конечно. Просто когда люди узнают, что надо делать, они сразу же как-то быстро сливаются. Да. Они боятся. Но на самом деле не стоит этого бояться. Это не будет слишком сложно. Первый шаг самый простой, потом второй чуть сложнее, третий еще чуть сложнее. То есть это как в тренажерном зале, вас не заставляют поднимать сразу 100 кг. Поднимите 1 килограмм хотя бы. Вот у Ирины настолько гибкая программа, что вы не будете ощущать дискомфорта, но не стоит вообще бояться что-то делать. Или вы будете сидеть в той же самой луже, в которой вы сейчас сидите, и будете обвинять успешных людей в том, что вы ничего не добились. Да. Но вот вам реальный учитель, попробуйте это сделать, это очень просто. Просто. Проще этого уже ничего нет, но зато будет реальный результат. Благодарю вас, дорогая Валерия. Да, да, именно это я и делаю. Моя миссия, скажем так, да, в этом воплощении именно вытаскивать людей из болота их обыденности, вытаскивать из замкнутого круга и выводить на новый уровень. Mm-hmm. Это то, что я делаю. Да, у меня всегда был дар позитивного внушения, даже когда я работала в моей прошлой карьере, ну, те, кто знает, наверное, следили за мной в курсе, я вокалист, я музыкант профессиональный и педагог, я преподавала студентам, вокалистам, нашим эстрадникам, и многие из них стали звездами, это в Государственном колледже эстрадно-джазового искусства в Москве и в Российской академии музыки имени Гнесиных. Я преподавала в своей прошлой карьере. Но у меня был всегда дар позитивного внушения. Вот приходит человек ко мне неуверенный, я знаю, как ему именно конкретно этому человеку внушить, что он может и у него получится. И он идет, выходит из класса, и у него получается. То есть я фактически делаю сейчас то же самое людям, только без музыки. То есть без музыки я могу намного шире охват, но больше людям помочь, но большему количеству людей. Да? В Москве я это делала узконаправленно именно по специальности вокал. Вот. А сейчас я могу это дать тому, кто придет именно, ну, осознанно только, не просто из любопытства в носу ковырять, делать нечего, дай-ка я регрессию пройду. Нет. А кто осознанно приходит с запросом, ну, один запрос всегда. Я решаю в течение одной программы один запрос. Невозможно мешать все в кучу, да? Один запрос, я гарантированно вам помогу эту проблему решить за время моей программы. Да, другой запрос, это же другая программа должна быть. Все в кучу мешать нельзя. Но у меня есть это природное, вот как вы сказали, я же не первую жизнь, видимо, занимаюсь этими вещами, да? Прорывы. Вот если вам нужен прорыв, и вы готовы, вы уже прямо готовы, у вас болит уже настолько, и вам эта проблема уже настолько надоела, что вот, ну, только заберите у меня это, вы уберите, вот я, да, вот тогда приходите, и я вам помогу. Да, это должна быть определенная кондиция, где человек действительно открыт и готов, а не просто хочет получить острых ощущений, да, где-то, да, на сеансе. Нет, с этим нет, я с такими не работаю сразу, я их отшиваю, еще на этапе подлета они только успевают мне задать вопрос, я уже их либо говорю нет, либо спрашиваю, начинаю задавать вопросы, и человек сам понимает, что у него не настолько оно болит, не настолько горит, а может он еще поколбасится какое-то время. Вот. А когда уже будет невыносимо, вот тогда он придет, и мы это вытащим из него. Да.
Полностью согласна. А вот еще такой вопрос. Меня тут спрашивают, но заодно и вас можно спросить, так как это всех интересует, с какого возраста, да, можно проходить сеансы. Вот спрашивают у меня, можно ли в клуб вступить 15 лет? Только с разрешения родителей письменного? Либо с 18. У вас также, да? Да, у меня также. Ну, то есть, смотрите, я, вот моя специфика, я с детьми не работаю. Ну, да. Но есть специалисты по работе с детьми, есть прекрасная в Москве гипнотерапевт, терапевт Валентина Федюнина, она как раз, она уже много лет работала с детьми как психолог, потом она освоила инструменты Павла, и сейчас феноменально и дает результаты именно по работе с детьми. Но вот у человека призвание, да, а мое призвание взрослым помогать, ведь для меня вообще взрослые люди, это по сути, дети, те же самые дети, только во взрослых телах, вот кому я помогаю. Те, кто уже выросли, они еще, уже тела у них взрослые, а детские психотравмы с ними, они никуда не делись. Вот таким людям я помогаю. А если человек подросток или, ну, до 18 лет, и меня просят с ним поработать, у меня есть такие случаи тоже пора, у мамы или у папы, у родителей надо просить письменное разрешение на лучше с родителями. На такую программу, да. У нас тоже как работу. Бы дети участвуют, но приходят вместе с родителями, то есть вместе. Mm-hmm. А просто дети, ну как бы это не очень. Я сама не очень люблю работать с детьми или с подростками, mm-hmm. потому что у них психика еще не устоялась. А человек должно быть хотя бы 18. Но вообще я больше люблю клиентов после 25. Да. Валерия, вот вам как раз такие люди, да, действительно больше подходят. А люди с сырыми мозгами к вам надо люди должны понимать, зачем они к вам идут, для чего, чтобы что получить, да. А подростки, они еще, ну, у них уже есть какие-то наметки на свою жизнь, какие-то планы, но еще действительно, как вы сказали, не устоявшаяся психика. Но тут есть большой плюс именно для гипнотерапии. Они очень хорошо, дети и подростки, поддаются гипнозу. У них нет вот этих зашоренностей блоков, еще таких, как у взрослых. И у них очень хорошо и картинки, и образы, у них очень живое воображение, и они гипнозу хорошо поддаются, в принципе. Вот. Но я с детьми не работаю. Есть да, специалисты, которые работают, да. Конечно. Угу. Хорошо, конечно, если человек в таком возрасте увлекается подобными темами. Я сама с 10 лет где-то серьезно увлеклась магией, с 7 лет вообще я начала читать Карлоса Кастанеду, это, конечно, хорошо, но все же это редкость, кто из детей хочет это развивать. Абсолютно редкость, и вы же уже древняя душа, понимаете? Вот люди пытаются ваш результат натянуть на себя. Дорогие, это заблуждение, не надо этого делать. Валерия — это уникальный дух, которого много жизней уже прожил. И у нее свои задачи, у нее совершенно другого уровня задачи. Вам не надо копировать можно, наверное, в чем-то подражать можно, иначе как вы научитесь, да? Но стараться ее результаты на свою жизнь вот так взять, натянуть, ну это не надо, это бесполезное занятие. Вы лучше свое находите, свой дух, свою линию, да? Свою миссию найдите, и это будет гораздо интереснее для вас, поверьте. Да. Неисчерпаемые возможности в этом вы найдете для себя, в свое. Вы и себя предаете, понимаете? Не предавайте себя. Вот Валерия не предает себя. Она идет четко по своему духу, по своему предназначению, поэтому у нее все получается. Вот что она вам показывает своим примером, понимаете? У нее получается, потому что она не предает себя. А вы пытаетесь ее результаты на себя натянуть. Да нет, вам надо свое найти и идти своим путем. И все будет отлично. Каждый путь, он прекрасен, не лучше, не хуже другого, но он самый лучший для вас на данный момент. Абсолютно. Абсолютно. Да, я, кстати, еще совсем забыла сказать один очень важный момент для меня, во всяком случае. Почему я вот очень долго не ходила к регрессологам, хотя мне было это надо, потому что они пьют алкоголь, да. Они едят мясо и так далее, а мы же знаем, что это все подключки низковибрационные. Да. В таком случае вы можете пойти к такому регрессологу и на сеансе схватить каких-нибудь существ. Могут быть подселения у регрессолога, а Ирина
не ест мясо и не пьет алкоголь, поэтому да. у нее сеансы очень чистые, там нет никаких подселенцев и подключек. Да, да, абсолютно так. Но еще хочу сказать, да, вы абсолютно правы, в этом плане особенно вот алкоголь, ну, есть, Валерия, знаете как, человек должен дойти до своим осознанием до отказа от мяса. Это не да. все могут. Вот не все. Есть регионы, есть культуры, народы, где мясо — это часть традиций, там просто другой еды нет, они иначе просто не выживут. Ну, едят они мясо, вот, например, там на Крайнем Севере олени едят они там, да? Ну, что там у них растет? У них там ничего нету. Морожка какая-то. Ну, питаться надо людям. Вот они едят мясо и рыбу там, к сожалению. А есть люди, которые... уже осознанно, ну, кому надо, он переедет в другое место, и он примет, ну, это занимает время, конечно, развитие и так далее, человек примет это для себя и перестанет делать это. Но если человек употребляет алкоголь, вот это 125%, если вы хотя бы один раз в своей жизни пили алкоголь, у вас есть сущности, демонические сущности, которые... Вы даже не можете не осознавать, но они вами управляют, они никуда не деваются, пока вы их не вычистите, пока вы их не уберете. Хотя бы один раз. Вот spirit, по-английски spirit, по-латыни spirit, это спирт, алкоголь. А что это еще? Дух. Spirit — это дух. Вот духи, через это открывается портал, и в вас входят эти сущности через алкоголь. Это прям портал открытый, да, для них. И посмотрите, люди, которые пьяные, ну, выпивают там изрядное количество, посмотрите на их облик. Они теряют человеческий облик. Это уже не люди. Они становятся животными. Они превращаются в животных. То есть вот эти сущности через них начинают вот так вот действовать. Человек себя ведет в скотоподобное состояние, скатывается, да. Когда он протрезвеет, сущность никуда не девается. Она уже в вас, дорогие мои. Поэтому очень крайне аккуратно, если вы пили алкоголь, надо чиститься. Обязательно надо чиститься. Вот Валерия дает гениально, но я не знаю, можно ли об этом сейчас говорить. Я проходила несколько чисток Валерии, да, по себе могу сказать, что это очень эффективно. Просто надо с умом подходить. Головой немножко включите мозги и соображайте, да, и анализируйте, сопоставляйте. Вот. Да, для чего вы это делаете? И вот, да, и вот такие ментальные чистки и физические чистки, они всегда рука об руку должны идти. И если у вас какое-то воздействие алкоголя хотя бы однажды было в вашей жизни, это можно почистить, надо чистить, убирать сущности, чтобы вы вернули себе себя. Да, вот. Без этого просто никак, к сожалению. А если у вас люди, пьющие в семье, тоже есть, тоже нужно в этом смысле работать и вычищать, mm-hmm. скажем так, энергополе вашего рода и смотреть, mm-hmm. что это за сущности, можно их убрать. Но дальше да. человек должен, конечно, сам хотеть исцелиться и, возможно, тоже прийти к Ирине на сеанс, чтобы непосредственно убрали вот этих существ. Потому что если человек сам не захочет исцелиться, к сожалению, вы ему не поможете. Да. Вы можете только с ним расстаться, убрать его из своего круга общения, либо терпеть это. Других вариантов. Да, да, Валерия, вот вы сказали, если в роду кто-то, да, выпивали и так далее. Да, есть родовые сущности, абсолютно четко прослеживаются на сеансах, очень часто, ну, каждый раз практически. Я всегда работаю с родом в программе, всегда работаю с родом, и всегда что-то вываливается, и либо по материнской линии, либо по отцовской, там много чего интересного, вот, в том числе и вот такие вот демоны алкоголя и так далее, других зависимых. Ну, а что такое, по сути, я там не беру какой-то... по выходным там выпивание, это ладно, в норме, в культуре, как бы в норме, в кавычках, да, но вот если конкретно алкоголизм или зависимости, любые другие, это, ну, понятно, что это сущности, но это также говорит о том, что человек суицидник, любая зависимость,
Зависимость – это стремление к суициду. Просто человек боится крови, он боится все покончить раз и навсегда с собой боится. И он вот это медленно и долго себя убивает через алкоголь, через наркотики и любые другие зависимости. Это такое подсознательное тяготение к смерти. Да. Да, согласна на 100%. Да. То есть эти люди даже не понимают, насколько это им вредит. Они же свою жизнь сливают на этом. Да. А сколько нейронов погибает в мозгу, они потом тяжело восстанавливаются. То есть, ну это такой очень неосознанный уровень, поэтому если у вас есть такие проблемы, то ни о каком духовном развитии не может идти речь, пока вы не избавитесь вот от этих самых базовых вредных привычек. Я всегда, знаете, как говорю, вот прежде чем за духовность браться, да, помогите себе, вот тело свое и материальное свое, вот мир, вот реальность, разберитесь со своей реальностью, да, а потом уже в космос летайте, потом. Вы себе сначала жизнь свою почините, исправьте все, что здесь не работает. И когда вы станете довольны тем, что вот своей реальностью, чтобы вам не хотелось больше из нее убегать, да, из своей реальности куда-то там в медитации, вот разберитесь со своей жизнью, и потом уже на этой основе все остальное, пожалуйста, выстраивайте, развивайтесь дальше. Но пока у человека нет вот этого базы этой, скажем так, основы, да, и он куда-то там улетает, посмотрите, Валерия, вы же, наверняка видите таких людей повсеместно, да? Это абсолютно потерянные люди. Они, да, они оторваны от реальности. Оторваны от реальности. Я иногда удивляюсь, мне часто такие люди в личку пишут, они пишут километровые сообщения, сами с собой общаются, капслоком, куча матов, потом пишут, вот сейчас сижу с алкоголем, пью и пишу тебе. И вот такие прям поэмы, ты просто поражаешься и понимаешь, это клинический шизофреник, да. Его надо лечить. А он сидит там, наверное, еще семья, там мучает же семью наверняка еще, и написывает ахинею. Таких очень много, у них сдвиг по фазе, и они там говорят, что они с какими-то ангелами общаются, с самим Господом Богом, с Иисусом. Это бред, это бесы, они не понимают. Да, да, абсолютно это бесы, сущности, да, лярвы, подключки, подключки. Да, да, поэтому если у вас уже такое начинается, срочно бегите к каким-то профессионалам, вот лучше всего к Ирине, и избавляйтесь от этого, потому что если вы это запустите, потом этот бес внутри вас даже не даст вам помыслить, что вы можете к кому-то пойти, он будет говорить, ой, да ты самый высокий, зачем тебе куда-то идти, ты уже достиг уровня Бога, с тобой уже все святые общаются, и все, это уже можно попрощаться с таким человеком, это просто дно, и уже ниже падать некуда, что только в луже мочи на улице остается валяться, и все. Да, это, к сожалению, люди, которые потеряли полностью контроль над своей реальностью. Что я делаю? Я возвращаю вот этот руль тебе, даю в руки. Вот твоя жизнь, вот рули. Все. Только ты сейчас рулишь своей жизнью. Не позволять никаким сущностям, никаким там бесам, демонам и так далее извне, да? Потому что они все, им нравится, мы для них лакомый кусочек, и очень вкусная наша энергия для них. И вам не жалко вот всю свою энергию, весь свой потенциал, все, что вы могли бы сделать в этой жизни, вам не жалко вот так вот на этих сущностей сливать? Они питаются вами, понимаете? Они вами думают, они управляют, потому что когда в теле нет никого, когда вас нет, тот, а святое место пусто не бывает. Они занимают ваше тело и уже вами думают. И делают то, что им надо. А вы страдаете. Вот. Вы мучаетесь и страдаете. Вы живете не свою жизнь. Да, и самое ужасное то, что вот наша система, она очень тщательно скрывает вот эти факты. И все это подтасовывает под какие-то обычные заболевания, которые можно излечить таблетками. Вы подселение, шизофрению никакими таблетками не излечите. Нельзя, это да. Дух надо. Да. Да, абсолютно так. И не зря, ну, это лечение духа, исцеление, это шаманство, это шаманские практики. А шаманами ты не назначишь себя шаманом. Ты не можешь стать шаманом, потому что ты так захотел. Нет, тебя выбрать должны. Это просто ты не сможешь жить по-другому. Это называется шаманская болезнь. Да. Вот не будет ни сна, ни отдыха, ты должен помогать людям, иначе просто все будет наперекосяк в жизни.
Да. И вот такие люди, благодаря этим людям, они могут исцелять. И шизофрения лечится прекрасно без таблеток, и лечатся вот эти подселения, это все, и исправляется жизнь. Да. Да, это все реально. К сожалению, это все подселенцы, это разорванная аура, это сбитые духовные программы. Это, по сути, на энергетическом плане в ваше тело вклинились существа, которые mm-hmm. сквозь вас проросли. И вот mm-hmm. такой профессионал, как Ирина, она может открыть, да. увидеть это все, убрать и исцелить, и закрыть. И да. тогда вы становитесь нормальным человеком, а без этого никак. Вот да. просто никак. Да, абсолютно так. Абсолютно это то, что я делаю. И еще, Валерия, помимо тех сущностей, имя которым Легион, как вы знаете, да, они из разных, из других реальностей, из других галактик даже и так далее. Помимо этого, очень часто в телах людей всплывают во время сессий подселенцы из нашего мира, мертвяки. Часть духа мертвый, умер внезапно, допустим, сбила машина. Или вот у меня была девушка, она работала или была как-то посещала в больнице, да, то ли медсестрой она была. У нее на каждом сеансе, что не сеанс, то мертвяк, то да. что не сеанс, то мертвяк. И я начинаю его интервьюировать. Федя, ты кто? Ты откуда вообще? Откуда ты в ее теле? В больнице. Умер. Умер. Раз и поселился в нее. И она вот так жила, у нее изменился характер, у нее она стала ленивой, что-то ей перестало хотеться действовать активно, она хочет лежать на диване, смотреть телевизор и пить пиво, которого она никогда не пила в жизни. Это Федя, вот поселенец Федя в ней, понимаете? Убрали Федю, и все. И вот очень часто такие случаются, ну, прям каждый второй буквально. Мертвяки, подселенцы, да, которые вовремя не ушли или не осознали, что они умерли. Первое попавшееся тело, вот где-то оно тут было, и он туда раз и вселился в виде какой-то части его духа. Да. Вот мы это тоже убираем. Да. Вот человек же должен понимать, что что-то случилось, а некоторые люди, получается, настолько неосознанные, что они не могут отследить эту резкую перемену в характере. Да, да. Человек страдает и не понимает, почему. У него меняется жизнь, рушатся планы, он хочет одно, а делать почему-то совсем другое. У него появляются новые, другие привычки, часто не самые лучшие привычки, да, бросать заниматься спортом, там, например, она любила вышивать, вот начала любить гонки какие-то или футбол, ну, что-то другое вообще, да, меняется. Человек осознанный, конечно, он отследит это и забьет, как говорится, тревогу, а в основном люди, они же как, они в полуспящем состоянии проводят свою жизнь, и это очень-очень на руку этим сущностям, им только это и надо. Для них эти люди лакомый кусочек, повторяю, это просто корм. Вы корм для сущностей. Пока вы не осознали себя, не проснулись, вы просто корм. Ваш статус — корм. Ужас. Да, да, люди этого не понимают. Да? Большинство из них себе не принадлежит. Ими вот так вот дергают, как марионетки за ниточки, и они всю жизнь не понимают, что происходит. Иногда, конечно, у них проклевывается вот здравый смысл, они спрашивают, почему я это делаю. Но это быстро заканчивается, если, вот, как сказала Ирина, не сделать измеримое действие физически, что-то не сделать, чтобы ваше сознание увидело, что вы сдвинулись с мертвой точки. Если просто подумать и забыть, дальше еще будет только хуже, потому что да. сущность увидит. Да, есть такие моменты, называется откат. Вот откат, я сейчас не знаю, можно ли это... Ну, я не буду имя называть. Одна наша с вами общая знакомая, я потом вам скажу лично, кто это, хорошо. По вашей рекомендации прошла со мной регрессию, и у нее был откат. То есть, когда человек не закрепляет, это еще у других, у многих бывает людей, которые именно не закрепляют, да, это как мышцу. Ты тренируешь в джиме, идешь, тренируешь мышцу, постепенно нарабатываешь мускулатуру. Также и подсознание. Вы, когда у вас убран блок, вы должны сделать что-то противоположное, другое этой программе, которая была. Поступите по-новому. Потом еще раз поступите по-новому. Ваше подсознание усвоит это, и оно уже начнет действовать, ну, вам на пользу, вам во благо. Да? Вот у этой девушки случился мощный очень откат, какие-то кошмары начали сниться, и я поняла, что я там затронула такой слой, взболтали мы такое что-то с ней, да, что, ну, там, под
клички были конкретные, просто подселение, поэтому, ну, в рамки моей, так сказать, работы с ней не входило вот это, да, но у нее случился откат, и, ну, потом, правда, конечно, все выровнялось, но это говорит о том, что если человек не меняется, тебе уже убрали это, убрали, сдвинься. Если он не сдвигается, он непременно откатится в прежнее состояние, иногда даже может быть и хуже. Но можно сказать, что откат — это часть процесса, да? Бывает такое, что это как часть процесса. Иногда он бывает необходим. Но тут главное не застревать в этом состоянии, помочь себе, помогать себе перенастраиваться, действовать, то есть действовать. Вот вы правильно очень сказали, что только действие поможет именно измениться, принести изменения. Вот. Да, это прям вот очень важно. Не стоит воспринимать, мне даже кажется, откат как что-то экстраординарное. Это наоборот хорошо, что часть процесса. Возможность, да, показать себе, что вы, несмотря на трудности, все равно добьетесь своего. И тогда еще больше вырастает самооценка, и ярь все равно дальше. Вот с каждым откатом человек хочет все больше добиваться своего, да, потому что понимает, как уже надо действовать, а не просто смиряется такой, да, значит, это не для меня. Это как вы, Валерия, вы боец, поэтому вот что мне вас привлекло. Вот вы не сдаетесь, вы все время, у вас трудности, это для вас вызов, это как это, я не смогу, а ну-ка, я что смогу, и себе докажу, и всем вокруг, что я могу. Вот это вот именно, вот я сама такая же, поэтому, да. А многие люди, к сожалению, сдаются, да. Не надо сдаваться, не сдавайтесь, как бы вам не было трудно, не сдавайтесь никогда, можно всегда, можно все исправить, пока вы живы, пока человек жив, можно все исправить и улучшить. Может быть, вы не достигнете таких высот, как Валерия, да, скорее всего, не достигнете в этой жизни. Я вам сейчас уже говорю, не достигнете. Но вы улучшить свою жизнь, радикально улучшить, изменить, вы можете. Можете. Просто не сдавайтесь. Да. Да. Сдаваться ни в коем случае нельзя, потому что весь мир, он призван для того, чтобы скачивать с вас гавах, чтобы вы страдали, потому что люди – это корм, это правда. Но только от человека зависит, будет он этим кормом или нет, потому что никто за вами с палкой бегать не будет. А матрица на всех как бы дает одни и те же сценарии, но если кто-то отбился от этого сценария, она не будет прям уговаривать, это просто автоматическая программа. А люди думают, что это какой-то знак свыше, значит, им это не надо делать. Очень часто они воспринимают как знак свыше, это, ну вот, знаете, что-то, что им мешает. А я, наоборот, воспринимаю это как то, чтобы я это проломила и шла дальше. Да. И вот большинство людей этого не понимают. Да, не понимают. И люди просто не понимают, какая у них сила, у них ключ к этой реальности. Они просто не знают о том, что они творцы. Легче сбросить ответственность за свою жизнь. Опять же, мы опять кругами ходим, возвращаемся к теме ответственности. Это легче переложить на гуру, на Всевышнего, на обстоятельства, на погодные условия, на что угодно, только не я, да? Но просто когда вы поймете, что у вас в руках целый мир, вы можете творить миры, сотворять, да? Тогда у вас действительно все будет волшебным образом получаться. Когда вы понимаете, что вы сами творцы своей реальности. Вы сами, у вас руль в ваших руках. Понимаете? Вот рулите туда, куда вам надо. А пока вы будете позволять кому-то рулить вами, у вас и жизнь будет такая. У вас и жизнь такая же. Да, человек сразу становится лидером, и люди, окружающие, видя, что человек настолько изменился, начинают к нему прислушиваться. То есть это ваша личная победа, она разрастается на окружение дальше, к вам меняются отношения. А когда человек плывет по течению, то и окружающие воспринимают его просто как палку, которая течет по течению, не более того. Вот у вас очень хорошая вот эта классификация. Мне сразу понравилось, когда вы только начали об этом говорить. Вы подразделяли на биороботов, игроков и полукровок. Да? Я сначала не сразу поняла, но я потом уже в это как-то вслушалась, вдумалась, и я поняла, что так и есть. Большинство людей, к сожалению, бутафория. Это так и есть, да, бутафория.
Они не управляют своей жизнью, они вообще не понимают, что они здесь делают, зачем это все, для чего они живут. У них цели это прокормиться, да, какое-то дебильное получить образование, которое никому уже не нужно, как выяснилось, да, по факту. Вот эти все книжные знания, это знаете что? Чужие мысли чужих людей, это чьи-то мнения. Вы не своим опытом постигаете, да, жизнь, эту реальность, как она работает, а на основе сказанных 100 лет назад, как правило, кем-то мыслей, учебники эти по 50, по 100 лет, сколько там лет, какие-то законсервированные мысли, да, вы думаете, что-то вам это чем-то поможет прожить вашу жизнь. Ага, удачи. Вот человек вот так полжизни тратит на это так называемое образование, потом это рабская работа, размножится, и умереть. А, еще поболеть надо обязательно, поболеть еще потом, постареть и умереть. Вот это вот жизнь вот, среднестатистического человека. И когда человек уже на смертном одре, ну, говорят же, картинки проносятся перед глазами, да, прожитой жизни. Вот представьте, что вам осталось жить 5 минут. Вот 5 минут вам осталось, вы умрете через 5 минут. Посмотрите, как вы жили, что вы создали. Чего вы достигли, для чего все это было, вам дан был дар жизни, для чего вы, на что вы его использовали, что вы делали? Да. Пока еще не поздно, даже если там, я не знаю, вам 40 или 50 лет, и вы думаете, что все, это не так. Очень многие люди в 60 и в 70 лет строили бизнес, меняли свою жизнь и так далее. Все зависит от вашего желания. Мы с Ириной вам заявляем, что вы действительно можете добиться больших успехов, если вы поверите в себя и позволите профессионалу просто вам помочь немножко, вам помочь, подтолкнуть, скорректировать ваш путь, и все. И вы достигнете больших успехов. Так что, пожалуйста, прислушайтесь к нам. Да, да, поддерживаю вас, Валерия, абсолютно так. Да, в любом возрасте, то есть возраст не помеха, дорогие мои. Есть примеры, вот сейчас я смотрю в Инстаграме, в ленте, может быть, вы тоже вам попадалось на глаза. 90-летняя модель, 90 да. лет женщине, видели, да, модель? Красавица, красно, царица, несет себя, прям летает по сцене, да, красавица. Это почему? Я вам скажу, потому что человек выбрал жизнь, понимаете? Разрешил себе жить, у него нет вот этих дурацких в голове установок, лимитов, а кто это устанавливает вообще, во сколько лет вам положено жить, во сколько лет, то в 90 лет уже как бы и не живи, бежи себе там, горшки пусть за тобой носят и в памперсах лежи, это так что ли? Нет, человек хочет жить, он выбрал жизнь в любом возрасте, пожалуйста, вот 90 лет модель ходит, прекрасные одежды демонстрирует, чувствует себя великолепно, царственная осанка. У нее, кстати, Валерия, вы часто говорите об осанке. Вот у нее прям осанка такая прямая, ровная спина. И никогда не подумаешь, что человеку 90 лет. Да, согласна с вами. А если бы она написала где-то на своей странице, что хочет быть моделью или видела такое будущее, ее бы засмеяли еще очень злостно и оскорбляли бы. А ну, тут да. вот пример. Да. И каждый может этого добиться. Да. Здесь очень много примеров. Вам просто надо выбрать для себя, дорогие мои, у себя. Это не для меня надо, не для Валерии. Вы для себя внутри решите, кем вы хотите быть, как вы хотите жить. Вот то время жизни, которое вам отмерено еще осталось, да, независимо от того, какой у вас сейчас возраст, да, но как вы хотите прожить. Ладно, профукали полжизни, там сколько-то, 20 лет, вот, допустим, профукано, ладно, их уже не вернешь. Но то, что у вас еще есть, как вы хотите жить и что вы готовы для этого сделать? Вот себе ответьте на эти вопросы. Да, и если хотя бы на один вопрос вы ответите «да», дайте себе шанс прийти и пройти регрессию у Ирины. Дальше все станет на круги своя. Если же вы хотите поработать над телом, да, похудеть, укрепить иммунитет, приходите в клуб. То есть, в принципе, вы можете найти на моей странице любых профессионалов. И вот по регрессии я вам серьезно говорю, что просто лучше Ирины вы не найдете никого, потому что я сама проходила регрессию многих специалистов.
И не шла очень долгое время, опять же таки, потому что я повысила свой уровень до такого, скажем так, до такой высоты, что понимала, что я не могу идти к регрессологу, который находится ниже, чем я, иначе у меня будет откат. И вот я, когда нашла Ирину, я была счастлива, что есть такой человек, у которого я могу пройти регрессию. И я была очень рада и довольна результатом. Так что я вам очень рекомендую. Приходите. Огромное вам спасибо, дорогая Валерия. Очень ценно слышать это именно от вас, человек, который является вдохновением для меня и для многих тысяч людей на этой планете уже на протяжении лет, да, от человека, которого я очень высоко ставлю, очень высоко ценю. Спасибо вам за доверие к моей работе. И для меня честь быть в вашем клубе. Я вас поздравляю, во-первых, с рождением вашего нового клуба. Спасибо. «Эталонный аватар» и прекрасная книга. Я была одна из первых покупателей этой книги. Вот. Да. И я поздравляю вас с созданием нового клуба. Я уверена в том, что в этом клубе будет только самая полезная, самая ценная информация для людей. Вы знаете, что вы и в прошлой своей деятельности в Рексдеусе были вот притянуты очень-очень замечательные единомышленники. Знаете, дорогие, только ради вот этой среды, хотя бы ради того, что вот в этой среде быть, да, стоит вступить в клуб к Валерии. Почему? Потому что там вы не найдете вот этого негатива, вот этой вот обыденности, серости. Там все угодно, кроме серости. И, да, у вас будет возможность расти и развиваться. У вас будет возможность раскрыть максимально свой потенциал, да, это ведь не только я говорю, есть очень много людей, примеры, вы сейчас можете видеть видеоотзывы, не только о чистках, не зацикливайтесь вы на этих чистках, да, кому надо, тот и найдет правильную информацию, будет следовать, но улучшить свою жизнь, качество ее, найти и реализовать свой потенциал, раскрыться, развиться, вот Валерия вам в этом поможет, как никто другой в интернете. Поверьте, я тоже уже походила, я битая пришла к Валерии, да, изрядно битая уже к ней пришла. И я вам хочу сейчас вот заявить ответственно, что кроме нее и лучше нее никто вам не поможет раскрыться и развиться, и сделать что-то стоящее со своей жизнью. Спасибо большое, Ирина, очень приятно это слышать. Ну, точно такого же мнения о вас и я, потому что не только я уже с вами работала, но и многие мои соратники, и такие отзывы просто потрясающие, что люди должны знать, что есть Спасибо. Такой профессионал, который может помочь не только там снять какие-то травмы, блоки, фобии, вспомнить прошлую жизнь, знать сущности, но и полностью трансформировать вашу жизнь под любой запрос, который да. у вас есть. Просто дайте себе этот шанс, и ваша жизнь изменится в лучшую сторону. Абсолютно так. Спасибо большое. И хочу только уточнить, что каждый приходит на своем уровне и на своем уровне готовности, и по вашей готовности будет, естественно, и ваш результат. Да. Да, если вы готовы прям действительно к трансформации, я тоже могу вам это помочь сделать, но вы должны понять, что вам надо будет засучить рукава, если вы, допустим, много времени уже потеряли, удесятерить свои усилия, даже не удвоить, не утроить, а удесятерить. Но я вам задам правильное направление, но удесятерить усилия и прожить за вас это, сделать это. Я не могу. Вот девочки, которые взялись и начали делать, у них сейчас очень отличные просто результаты. Просто прекрасные. Я так горжусь. И я горжусь тем, что я к этому причастна тоже. Вот. Мне не стыдно, мне не стыдно за свою работу. Да, мне не стыдно. Вот. Но это, опять же, повторюсь, работа 50 на 50. Если человек готов и будет делать, все будет просто сногсшибательно. Да. О чем свидетельствуют результаты людей, прошедших мою программу. Да, мы обязательно, я оставлю контакты Ирины, заходите, смотрите, просто у Ирины очень много отзывов, все очень структурно, скажем так, на странице, можно сразу же так и определить, в общем-то, какой вопрос вам нужно разобрать, просто просматривая отзывы, вы поймете масштаб
работы с Ириной, и дальше уже сможете понять и сформировать свой запрос. Даже если пока думаете, что вам ничего не надо, вы просто зайдите, посмотрите отзывы, и, возможно, родится понимание того, что нужно вам проработать, если вы еще пока не думали в этом направлении. Очень рекомендую изучить внимательно страницу Ирины. Я оставлю под этим видео ее ник. Заходите. Да, большое вам спасибо, дорогая Валерия, что вы меня сегодня пригласили. Очень вдохновляющая встреча, как всегда. Вы всегда оставляете такой флёр вот этого, даже не вдохновения, как сказать, желание жить дальше, желание, радость жизни, желание развиваться и расти. Вот такая у вас энергия замечательная. Я вас спасибо, очень благодарю. Очень. Спасибо. Я вам желаю огромных успехов и дальше. Я, конечно, всегда вам предана, ваша соратница, ваша поддержка, и всегда можете на меня рассчитывать. И ваш, большое, да, и очень жду с нетерпением новых открытий, новых свершений. Я слежу за девочками, которые в лаборатории. Вот это все. Я, конечно, не часть этого, потому что у меня очень насыщенная жизнь. Но поверьте, я слежу за вашими исследованиями и так далее. Вот. И да, желаю вам еще дальнейших успехов огромных и высот, еще спасибо, которые не покорены вами. Вот покорить вам те высоты, которые вами еще не покорены. Вот как раз это связано с вашей будущей регрессией с Николаем, поскольку это руководитель нашего научного проекта, который наконец-то решил вспомнить свою прошлую жизнь, где он был великим изобретателем. И после этого уже, я думаю, у нас точно все пойдет в гору, потому что он уже готов как бы заняться и теми проектами, которые мы делали в прошлом. Хотя я считаю, наш нынешний проект гораздо важнее, чем то, что мы делали в прошлом. Но тем не менее. Так что будем ждать результатов. Спасибо большое, что пришли на эфир. Благодарю вас. Интересно. Думаю, для мы меня... обязательно повторим. Спасибо огромное и всем, кто слушал, смотрел. И, Валерия, благодарю вас еще раз за вашу деятельность, за то, что вы создаете, во-первых, ваш личный пример, и, во-вторых, за то, что вы создаете такую среду для людей, которые могут в вашем присутствии расти и развиваться. Большое вам спасибо. Спасибо огромное. Побольше бы таких единомышленников и соратников, как вы, и я думаю, со временем мы сможем эту реальность покорить и трансформировать. Под золотых игроков и под эволюцию всего мира. Обязательно. Так что никаких преград у нас нет. Будем работать. Да. Огромное спасибо. Всего доброго. Благодарю. Спасибо, что были с нами. До свидания.